умной, домашней девушкой до 25 лет. Зовут Андрей, 30 лет. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо всех наступающим. Андрей, не туда написали. Мы, конечно, поможем с удовольствием, но вам надо чуть-чуть постараться. Обожаю Леночку Темникову. Крепко обнимаю. Артем пишет тебе. Вот. Ирина, сестренка, с наступающим от Светланы. Затем огромный привет Боните. С нетерпением жду наших приключений в новогодние праздники. Ого-го. Привет своей семье, папе, подарки. Маме, братишке, Фатиман. Не хочу ни с кем знакомиться, потому что я нашла свою любовь. Лариса из Калининграда. Лариса, вот приеду на новогодние праздники в Калининград. Проверю. Хочу поздравить Лапрадио всех с наступающим Новым годом от Юли. Юля, благодарствуем. Привет Аньке Мироновой от Александра. Вы мой кумир, пишет мне, не знаю кто. С наступающим. Пусть будутся все мечты. Я с вами мечтаю познакомиться. Что же вы, Снегурочка-анонимка? Написали бы, как вас зовут. Привет, дорогой Лафрадио, с наступающим. И, конечно, близким в город Липецк от Маши. Машка сгущенка, вот так она себя называет. Машка сгущенка. Я тоже считаю, что очень сладкая девочка. Прекрасно. Давайте мы, мечтаю познакомиться сегодня, так как у нас такая программа вот половинчатая, завершим. Но через 3 минутки начнем другую новогоднюю программу. Пару на прокат. Меня зовут Максим Привалов, то Лафрадио я не прощаюсь. Ну вот, теперь я могу говорить. Что, перескупишься? Да. Я просто так давно не выходила в перископ. Мне кажется, выхожу в перископ только отсюда. Да. Что я хочу сказать? Сейчас все включайте 106,6, я так и думала. 106,6 в Москве, в каждом городе другая. Волна Лафрадио, потому что мы будем обсуждать Новый год, как встречать, пить или не пить, если пить, то как, то, если есть, то что, если дарить, то какие подарки, где их брать и как реагировать на подарки. В общем, все, что связано с новогодней ночью, с мишурой, с радостью, то все будет у нас здесь. Поэтому давайте, заходите к нам. И, кстати, очень-очень нужны ваши комментарии. Может быть, какие-то советы. Как пить или не пить? Может быть, какие-то ваши истории. Звоните нам, пишите нам. Лена Темникова, офишл, мой инстаграм. Максим Привалов через экс инстаграм Макса Привалова. Ну, если что, я всегда его отмечаю, допустим, на моем последнем посте он отмечен. Или Лафрадио офишл. Также группа во ВКонтакте, официальная группа Лафрадио. Заходите, пишите туда. Лучшие сообщения будут прочитаны в эфире. Да прочитаны так, что вам это понравится. С наступающим Новым годом. Надеюсь, что я еще выйду в перископ до Нового года, но на всякий случай. Значит, тут я слышу, что вам не нравится мой кашель. Да, я не долечила. Конечно, грипп. И это, наверное, опасно. Мне сказали доктора, что то, что не долечила бронхит, это очень плохо. Но я не знаю, мне некогда лечиться. Давай, я тебе отключу. Они сказали, что будут ждать меня в больнице, если что. В общем, ладно, не волнуйтесь, я нормально себя чувствую. Про точь-точь спасибо большое. Очень, очень приятно. Но, если честно, я приготовила для вас финальный номер. На мой взгляд, это мой лучший номер будет за проект «Точь-в-точь». Не пропустите, по-моему, эфир 1 января. Всем привет. Ой, сколько сердечек. В общем, давайте, лайкайте, и я покажу вам Макса. Макс, кстати, ты постригся? Нет? А что с тобой? Такой красивый. Новый год, Лена. Новый год? Новый год. Макс, на тебе так идет эта укладка, ты так не делал никогда. Шапка. Тебе здорово, прямо такая. Всегда носи эту шапку. Хорошо. А у меня, кстати, знаешь, какая сегодня шапка крутая? Я сейчас покажу, усик, кажется. Пора, у нас 30 секунд. Как, 30 секунд до эфира? Да. У-ху! Ты готов? Я да. А ты? А ты со мной? Да. Да. Пунтик, ты со мной согласен. Ладно, стойте здесь, не буду выключать. Когда я долечу этот? Не знаю. Я начинаю Температуры нет, просто капли. Не, но это остатки бронхита. Да, что с... У меня новые уши. Да. Подарок. В Москве 21:00.
Добрый вечер. Лав Радио по-прежнему говорит голосом Максима Привалова. У нас последняя пятница 2015-го в студии моей любимой Снегурочки Ирины Темникова. Добрый вечер, друзья. И вместе мы пара на прокат. Ю-ху-ху. Программа для лиц старше 16 лет. Мы в эфире в предновогоднем настроении и самочувствии. Лена, я тебя поздравляю с наступающим. Первым датом. Макс, я тебя. Вы знаете, я тут, друзья, пришла в студию, а у меня здесь целые пакеты подарков. Я тебе еще свой не дарил. А я еще не открывал. Я прям жду такой момент. Там? А, ты тебя не открывал? Эти не открывала, я жду. А как? Ну, я хотела как-то сделать это красиво. Давай. Дорогая Елена, мои коллеги утренние просили передать тебе пакеты с подарками, с поздравлениями. Я не знаю, что там. Я очень рад. С любовью, красавцы! Здравствуйте. Ребята, как же здорово с вами просыпаться. Любви, праздничную ответочку. А, лови. Да. Почерк, ребята, у вас. Спасибо большое. Ой, они потрясающие. Я вас люблю. Курочки на соколов. Да, сейчас слушают, очень рады. Вы мои солнышки. И второй подарок, я думаю, такой же. А только большой. Большой, да. И там что-то алкогольное. Скорее всего. Ну. Для молодой мамы. Действительно. Ну, а вообще, Макс, вот что ты думаешь, что нужно дарить на Новый год? Лена, не знаю, я свой подарок тебе вручу в конце часа, он будет такой, с историей. Ты знаешь, я за полезные подарки. Ага. Объясню почему. Потому что каждый год весь дом в символах года и в ну вот я устаю от этого. То есть если тебе дарят маленькую обезьянку или там маленького Деда Мороза. Я принимаюсь благодарностью и ставлю в обезьянник ко всем остальным маленьким обезьянкам. А не передариваешь потом? Нет. Правда? Нет, никогда? Нет. Слушай, да ты благодарный получатель. Ну, у меня вступить негде. Я просто знаю. Были козы, сейчас обезьянки. Знаешь, да, вообще многие передаривают. Это очень удобно, вот символов. Главное начать в середине декабря, чтобы, потому что в январе это уже не очень актуально. Он называется круговорот корпоративных подарков в природе. Возможно. Да, я тоже, Макс, за полезные подарки. Хотя в этом году впервые я очень радуюсь маленьким статуэткам. Представляешь, вот я собрала себе целый город из маленьких Дедушек Морозов, белочек, елочек, домиков. Вот как-то мне все разом подарили вот маленькие фарфоровые штуки. Ну, это круто. Классно же. Круто. Да, я тоже считаю. В общем, друзья, ну вообще мы толком не понимаем, что дарить, поэтому пишите нам, пожалуйста, сообщение. Что официальную... вы хотели, что вы не хотели. Вот да, официальную группу Love Radio во ВКонтакте, мой инстаграм Лена Темникова official, Максим Привалов official через X. Я без official. А, извини. Меня никто не подделывает. А это official, если нужно это... Елена, я еще напомню, что у нас будет игра и звонки, да? Да. Напоминаю. И номер телефона. Номер напомню. Телефона 8495-956-166. Номер в Москве. Друзья, что мы хотим сегодня от вас получить? Ну, история.